Короче, what's up, guys? Снега намело сегодня в Англии. Я сижу в своей машине, собираюсь кушать брейк. Ну и смотрю, что довольно-таки это самое. Ну вот, посмотрите сами. Откроем дверь. Вот что там делается. Ху-ху-ху. Вот так вот. Ну вот, фирмы. Ну вот. Снега намело. И очень немного. Пока я был на работе, утром было чуть-чуть, а пока работали, вот пипец, сколько его стало. Просто красиво смотреть. Короче, скажу я вам, ребята, что снега не видал почти где-то в Англии, тут, пока я живу и работаю. Но в последнее время не видал где-то 5 часов, 5 лет снега не видал. Ну так, утром бывало, выходишь, машина там, ну, как бы, ну вот, красивый. Выходишь, бывало, машина там, ну, стекла просто замерзшие, поскребешь немножко и едешь, все. Там за 5 минут тепло стало в машине, стекла отмерзли, и все, нормально. Ну, в этом году как бы, хотя бы сегодня это ого-го. Вот. Красиво, красиво. Ничего не говорю. Еще скажу интересную вещь. Тут в Англии, в Британии, не в Англии даже, они, англичане, не имеют просто это. Чем этот снег чистить? Механизации нету, нет машин специальных. Если есть, мало очень. Они не привыкли, у них мало бывает этого снега. Вот мало, конкретно мало. Ну вот это странно как-то. И шины, еще скажу интересную вещь. Шины, вот посмотрите на природу. Шины у них летние, я сам на летних шинах разъезжаю. Вот, потому что, ну, мало бывает такой погоды, почти не надо. А, собачка пробежала. Здесь тоже собаки есть. Только говно собирают люди, если насрут. Извините за мой французский. Ну вот, ну что, ладно, пойду я. Брейк заканчивается, надо работать дальше. Посмотрим, что будет до вечера. Пока. Вот такие дела, вот такой снег идет сегодня. Вид из моего окна. Короче, ребята. What's up, guys? Today is first snow. I must go back. Go around. Sorry, go around. Ну ка, выкинь, кас натико. Сегодня первый снег. Туда просбегете. Окей. Let's go back. Ну, ребята, сегодня первый снег, должен побежать. Бегу свои 8 километров обычных, половины где-то. Фу, программа Endemont показывает в милях. Фу, извините. Но я бегу как могу, считаю километров. После работы настроение хорошее, надо продышаться. Тем более, что квартира ремонт сейчас. И мастера оставили запах краски. А запах краски надо выводить с организма. Не запах, а это говно, которое с этим запахом входит в организм. Так что, вперед! Вот и покошки. Вот так.
Правда, бегим от гал. Начинаем бег назад. Половину пути преодолено. Эй! Hey guys, we're starting way go back. Halfway is finished. Now is left another half way and that's it. 8.5 half kilometers. If you know about the whole back, половина пути сделана, преодолено. Начинаем другую половину. Фу. Конечно, по первому снегу скользко бегать. Тем более я отвык от снега. Где-то 5 сезонов не видел снега и не ходил, тем более не бегал по снегу. Вот сегодня решил попробовать. Осталось 3 доля пути. 3-я. Может даже 4-я. Нормально. Найки кеды промокли. Вроде они как джип машины, то эти спортивные обувь. Трейл. Это на бездорожье. Но видно, воду они боятся. Финиш. Побегим, бегима, потика. Финиш ран, найс. Вот это. Вот это.